дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Людина у деякий період свого життя може потрапити у залежність. І що ж робити, якщо у вас така проблема? Як не допустити її? І саме з цим питанням ми звернулись до фахівців, які прийшли до нашої студії. Тому що насправді залежна людина може бути будь-від чого. Від нарко-алкозалежності, може бути від ігор. І зараз з цими залежностями намагаються боротись. І борються з ними успішно. І я так сподіваюся, що ви сьогодні нам розкажете і, можливо, дасте декілька порад тим людям, які вже потрапили у залежність, можливо, їхні рідні та близькі теж страждають від цієї проблеми. Тож, сьогодні в нашій студії Тетяна Іванова, директорка благодійного фонду «Наша справа», психологиня реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних людей, і Сергій Матвієць, провідний психотерапевт реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних людей. Саме з цією справою ви зіштовхнулись вже давно і з нею працюєте. Тому, чому ж взагалі стається така залежність? З чим вона пов'язана? Я хочу начать. Можна? Будь ласка. Вот для начала нашего разговора я бы хотела сказать, что проблема химической зависимости, вернее, даже решение этой проблемы, то, как оно существует сейчас в массе своей, само по себе представляет проблему. Что я имею в виду? Что так повелось еще с середины прошлого века, что когда уже социальными силами стали решать эту проблему, да, то есть это решение проблемы вышло за пределы семейного круга. Угу. Когда начали говорить уже про нее, так, не замовчивать. Да, и говорить, и лечить. Угу. Да, то это были в основном методы, которые направлены на борьбу, как раз, как вы сказали, да, на прекращение употребления. Угу. И до сих пор, к сожалению, вот такой подход в решении этой проблемы во многом остается. Но на самом деле проблема вот зависимости, она не в употреблении, а в зависимости. И тогда вот те методы, которые сложились вот ранее, до настоящего времени, которые в основном остаются пока таковыми, они в своем роде поддерживают эту зависимость. Угу. Потому что боротись людина не хочет. Не хочет. Угу. И те методы, которые имеют такой характер насильственный, да, или какой-то сверхопекающий, угу, он не способствует выходу до здорового из зависимости. Ставлення до цієї проблеми, так? Виходить, що треба подивитися на неї трошки з іншого боку. Пане Сергію, ну от ви насправді займаєтесь, мабуть, активно з такими людьми, тобто кожного дня, мабуть, спілкуєтесь і розумієте, чому ж так сталося, що їх привело до залежності. І ось таке питання. Чому ці люди стали залежними? Будь-від чого. Угу. Обязательно стоит вот в ответе на этот вопрос сказать следующее, что зависимый человек становится зависимым не вследствие употребления или вследствие взаимодействия с объектом своей зависимости. Это сформированная структура личности, которая формируется с детства, и на эти факторы влияет огромное количество разнообразных обусловленностей. Важно в этом аспекте сказать несколько принципиальных вещей. Принципиальных с точки зрения психологии, психотерапии. Зависимая структура личности – это некоторая составляющая, в которой человек воспринимает реальность себя, представление о других несколько в искаженной форме. И более всего, эта искаженная форма представляет собой ощущение своих возможностей. Своих возможностей не только физических, а и психологических. Я понимаю, сейчас ухожу несколько в сложные вещи, но не могу говорить проще по причине той, что сама по себе зависимость формируется тогда, когда человек некоторые свои внутренние качества,
какие-то функции, или вернее ответственность за них перекладывает на объект или субъект внешнего мира. Угу. Внутреннее на внешнее. Угу. То есть мы говорим сейчас о векторе ответственности. Тобто, якщо людина, ну так, якщо перевести вже на простішу мову, як то кажуть, так, то людина відповідальна, буде відповідальна і за себе, за свої вчинки, так? Конечно. І тоді мало ймовірно, що вона буде залежна. Конечно. Тогда так, человек может зависеть только от самого себя. Угу. И вся ответственность за его действия и за результаты этих действий лежит точно на нем. Но если это касательно не только наркотиков или алкоголя, да, это касательно всего. Насправді, зараз можна бути залежним від чого завгодно. Вот от чего угодно. Вот если мужчина, например, увидел красивую женщину и вот взял и переположил и свое ощущение настоящего мужчины на эту женщину, вот она теперь отвечает за это ощущение. Угу. Вона винна, що він звернув на неї. Тогда вот если, да. Вот... Насправді, дуже цікава виходить така ситуація. Ну, якщо людина звинувачує когось або щось у тому, у тих своїх проблемах, угу, то треба розібратися з собою спочатку, так? Несомненно. Що ж там не так? Несомненно. Но как только человек начинает подозревать, либо специалисты говорят ему об этой новой реальности, где это его зона ответственности, то он испытывает поднятие уровня напряжения. Угу. Это его стрессует. А универсальной формой понижения уровня стресса как раз являются наркотики или алкоголь. И как бы вот мы часто слышим от своих пациентов такие слова: «Я хочу расслабиться, меня это расслабляет, это делает, это облегчает мне жизнь». И где-то в какой-то степени они говорят правду. Снимают ответственность таким чином. Да. Себе, снимают ответственность, снимают напряжение, связанное с ответственностью. Потому что ответственность у нас у всех. Ну, зрозуміло. Да, вызывает уровень напряжения. Нібито зрозуміло, але ж тепер інше питання. Як допомогти цим людям, як не допустити до такої ситуації, якщо вже, наприклад, в родині складаються стосунки між дітьми, наприклад, і батьками, то треба одразу ж розуміти, як поставити правильні стосунки, аби у дитини сформувалося оте почуття відповідальності ще з самого маличку, і щоб не було потім проблем у майбутньому. Да. Так? Ну, якщо можна коротко, дуже багато питань на сьогодні, і щоб ми все встигли з вами. Вот как раз подход такой психотерапевтический к этой проблеме, он обнажает еще более глубокую проблему в этом вопросе, которую, возможно, не хотелось бы многим ну, вообще к ней прикасаться. Такой ящичек Пандоры открывается, потому что зависимую личность ну, кто-то сформировал, да, она в каких-то условиях сложилась. И таким образом мы как бы углубляемся ну, в более широкие круги условий, да, в которых эта личность сложилась. И это непосредственным образом затрагивает близких людей, да, то есть супруга, супругу, родителей, а тем более в свете того, что сейчас к зависимости от химических веществ или к употреблению химических веществ приобщается молодежь. Угу. І дуже часто, до речі, зараз в школах навіть, ну, звісно ж, про це так активно і говорять зараз, і все. Але ж хто скаже із вчителів, наприклад, чи з однокласників, що є така проблема? Конечно. Тобто все одно її намагаються якось десь закрити, так, щоб Конечно. Це все не виходило так... Назовні. Да. И исходя из того, что вот, включаются в эту сферу как бы, употребления да, молодежь, мы ну, не можем закрыть глаза на то, что близкие люди, родители ну, вот, каким-то образом причастны. Да. И вот здесь вот сложность, потому что считать зависимого больным человеком, да, ну, что-то, вот, как будто с ним что-то там такое случилось, и как-то за ним ухаживать, да, как-то его лечить, решать проблему, вроде оказывается легче и понятней, чем обратить вопрос родителям к себе. А что же вот у что меня... Я зробив не да, так? Какие, что не так? Что мне надо поправить? И вот этот очень сложный момент в плане лечения зависимости. Очень сложный, потому что близким людям ну, в тех страданиях, в тех нагрузках и материальных, и психо
психологических, с которыми они начинают сталкиваться, когда близкий человек начинает употреблять, очень сложно в этой боли еще и обратить этот вопрос на себя. Страшно, бо батьки думают, я все зробив. Так, все від мене залежно, я все зробив. Чому ця дитина стала такою? Я не знаю. И поэтому, знаете, вот тоже очень часто встречаю вопросы, такой интерес, вот в массе, в широких массах. Как же нам узнать, вот как этот увидеть первый признак употребления, да, как вот не пропустить, вот как будто если мы будем знать самые первые признаки, да, вот что-то мы можем решить эту проблему. И вот здесь мне как раз хочется сказать, что первые признаки употребления – это далеко не первые признаки проблемы. И если родители, взрослые готовы и решатся обратить внимание на отношения с детьми, на вот какие-то свои сложности – еще до употребления, еще вот когда на уровне отношений происходит проблема, вот тогда с меньшими потерями можно повлиять и возможно, даже не допустить зависимости от химических тут веществ. Тут вже постає тоді інше питання. Якщо вже ми справді розуміємо, що щось не так в родині, то треба ж розуміти, що це і як виправляти. Одною із важніших функцій семьи при воспитании ребенка является забота о нем. Да? Это такой фактор, от которого очень сложно отвернуться, поскольку человек – единственное живое существо, которое нуждается после рождения в самой длительной и большей заботе. И вот с этой заботой очень много связано, поскольку если родитель не имеет возможности или по каким-то причинам вообще не акцентирует свое внимание на дозировку этой заботы, то он начинает делать достаточно страшные с точки зрения психотерапии вещи. Он некоторые функции, которые уже ребенок может выполнять сам, перекладая на батьку, продолжает делать самостоятельно. Из-за этого эта функция начинает, не развиваться, как бы деградировать. И ребенок воспринимает действия матери, либо отца, либо кого-то из семьи как абсолютно правильные действия. И он привыкает в процессе времени, что за эту функцию, которую он даже не подозревал, что отвечать должен он, отвечает мама, а за эту функцию отвечает папа. А мы же там вот понимаем, что впоследствии он точно так же эту функцию будет перекладывать с мамы на свою жену. Да, и вот его это представление об этой реальности остается на уровне убеждения, или я бы даже сказал, веры, что это так и должно быть, что это нормально. И отчасти в психотерапевтическом подходе в реабилитации мы трудимся не столько с правилами, с какими-то изменениями, сколько с подлинной верой человека в том, что так должно быть, что эта забота часто воспринимается человеком как любовь. Вот если ты обо мне так не заботишься, не выполняешь те функции, которые должен или должна выполнять, то ты меня не любишь, значит. Это очень тесно связано. И вот здесь, на этом этапе дозировки заботы, на мой взгляд, формируется большая часть зависимости. Так, тобто нам треба розуміти одразу, скільки ж такого терпіння повинно бути в батьків, так? І скільки вони повинні часу приділяти дітям, і як саме вони повинні їм дати зрозуміти, де ж я можу зробити за тебе щось, до якого віку, а де ти вже вибач сам. Да, конечно, несомненно. И заметьте, мы переходим мягко, как будто бы незаметно, из аспекта психологического либо психотерапевтического в критерии педагогики. Это просто нужно научить делать. Часто родители, занятые, несомненно, и очень имеющие мало количество времени для того, чтобы уделять его детям, просто пытаются сделать это за него, поскольку научить это же нужно тратить время, тратить усилия. Как правило, не всегда человек или ребенок хочет быстро учиться. В общем, это огромная затрата сил. Пане Сергію, вибачте, що я так починаю, бо часу мало залишається. Якщо тут зрозуміло, що треба з самого маличку правильне виховання дитині, але ж ми зараз говоримо про тих людей, які вже
потрапили до залежності. Що тоді, як їх повернути в ті правильні реалії? Що повинно бути, як повинно бути? От ми зараз на ефірі робимо приблизно те, що ми намагаємося зробити на реабілітації. Діло в тому, що повернути їх в правильне, в кавичках, правильне русло, здорове, давайте називемо так, це процес, який обусловлен часом. І у нас теж на время реабилитации это происходит, ну, отчасти как демонекоторая версия такая, скороченная. Мы должны объяснить ему следующую парадигму. Невозможно чувствовать себя кем-то без определенных действий, направленных на заботу о себе. Как будто бы вот наши чувства, которые к нам приходят, они не приходят случайно, они являются следствием наших каких-то действий, следствием каких-то наших устоев жизненных, каких-то правил, которые мы сами же для себя и формируем. Зависимая структура не хочет этим заниматься, поскольку задача, основная задача зависимой структуры личности – это уйти от напряжения. Ну вот это вот, чтобы не грузило. Да, так, вот такая тобто концепция жизни. Важко. А что ж робити? Таке життя зараз, ну, так? Ну да, но вот эта концепция, чтобы не грузила, она подразумевает невозможность уважать себя, невозможность иметь ощущение собственной значимости. И еще огромное количество разных невозможностей, за которыми наркоман или алкоголик как раз бежит в употребление. Поэтому для того, чтобы это как-то реабилитировать, нам нужно научить человека понимать, что то, что он хочет получить, получить можно, и в это надо поверить, помочь человеку поверить, и потом показать путь, как это делается. Вот когда человек начинает делать новые действия, связанные с получением того, чего он хочет, то подлинные переживания и подлинные ощущения эти он потом никогда не отдаст. Ну, ось так, він навчиться, і йому сподобається. Конечно. От якщо він знайде те нове для себе, ті прогалини, які колись були замінені, замінені вживанням непотребу. Да, притом, от якраз буде краще. Притом эти, вот эти пустые места, которые раньше были не заполнены, они ни в коем случае не являются никакой болезнью. Они в лучшем случае являются формой недоразвитости. Угу. Ось як. Конечно. Ну, насправді, вже на сам кінець хотілося б почути від вас реальні якісь, можливо, побажання, поради для тих людей, які вже потрапили в залежність, можливо, для їхніх родичів. Я думаю, що якраз от родичі більше опікуються цим питанням, і для них дуже важливо, що робити, як потрібно звернути увагу на це питання, і коли не пізно. Ну, я так думаю, що не пізно ніколи, треба завжди думати про це. Так, будь ласка, Тетяна. Да, не поздно ніколи, і я би пожелала смілості і самим зависимим, і употребляючим, і родственникам обратиться за допомогою, і іскати в цій допомогі не облегчення, хоча, можливо, перший порив буде такий, але не іспугатися, якщо процес лікування підразуміває якісь усилля, тому що без усилля невозможно справитися з зависимістю. От з употребленням то можна як-то дуже коротко, короткими, быстрыми такими жестами прекратить употребление. Но с зависимостью без усилий не получится. Ну, бачите, так добре, що ми сьогодні подивились на цю проблему з іншого боку, що ми дізналися, що це не хвороба. Не хвороба. Це лише те, що з собою зробила людина сама. Своїми неправильними діями, можливо, так, неправильними думками. І все це можна виправити. І тут, знаєте, коли ти бачиш, що є світло, не все в темряві, а є вихід, то це, мабуть, найкраще, що може бути для тих людей, які, ну, десь вже, може, зневірились, які вже там звернулися туди-сюди і скрізь, вже поїздили, подивились, пошукали і не знайшли для себе. Але вихід є, і я дуже рада, що ми сьогодні про це з вами говорили. І я так сподіваюся, що для усіх, хто нас бачив сьогодні, це теж буде непоганим результатом. Так? Ну що ж, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин з іншим гостем. Дякую.